применяя материал производства Республики Татарстан или России, значит, нашими компаниями, субподрядными организациями, срок качественно смогли все это построить. И самое главное, и будут еще нести гарантийные обязательства. Приятно то, что когда мы выходим на эти объекты, мы сначала проводим публичное слушание и спрашиваем мнение населения, а насколько этот объект востребован, а насколько мы потом его пытаемся использовать в каждодневной нашей деятельности. И вот высказанные мнения уже ложатся в основу наших проектов. И вот во время открытия, сегодня пятница, да, 13 число, такое тоже редко бывает. Мы все вместе собрались для того, чтобы открыть. Завтра суббота, потом будет воскресенье, я уверен, что в эти дни большое количество бавлинцев, жителей ближайших сел захотят туда приехать, чтобы увидеть вот эту красоту, насладиться всем вместе. Я поэтому еще раз желаю всем добра, здоровья. Надо обязательно беречь. И через год, и через два, в каком состоянии она была, так и должна оставаться. Но через эту площадь, через эти проекты мы воспитываем у себя доброту, вежливость. Мы воспитываем настоящих патриотов, и нам хочется всегда возвращаться в те села, в те районы, где мы родились, где мы состоялись. Пусть вот этот проект тоже будет являться одним из таких основ. И барыгызга, саламатлык, умушлар сизге. Байрам билен! Большое спасибо.